чего только не встретишь на улице Талсинской. Например, здесь можно увидеть самое настоящее кладбище машин. Да-да, вы не ослышались. Сначала наше внимание привлек заброшенный микроавтобус. Зрелище действительно печальное. Стекол нет, занавески понуро качаются на ветру, сиденья покрылись толстым слоем пыли. Кто же бросил тебя здесь, бедняга? Но каково было наше удивление, когда буквально в паре метров от покинутого автомобиля мы обнаружили еще два таких же. Почему жители решили, что здесь можно оставлять непригодные более для езды автомобили, непонятно. Кстати, если у автомобиля есть госномера, то он обязательно кому-то принадлежит. И неважно, насколько он при этом старый, ржавый или разбитый. Поэтому приглядитесь, вдруг вы знаете владельцев этих машин. Сильно пострадавшие в ДТП авто, которые водители часто распродают на запчасти, можно перевести на специальные стоянки. Если владелец согласен утилизировать автомобиль, то ему нужно снять машину с учета и отправить ее на свалку, а не оставлять на городской парковке.